Всем привет! На связи Олег Карнаух. Сегодня хочу поговорить о серьезных вещах, которые беспокоят многих предпринимателей. Хочу поговорить о провалах. Потому что провалы случаются в жизни каждого человека, в жизни каждого предпринимателя, но мало кто понимает, что существует некая жизненная амплитуда. И чем большего человек добился в жизни, тем больше его жизненная амплитуда. То есть, чем выше у него верх его достижений, его эмоций и всех его результатов, тем через более серьезный низ он проходил в своей жизни. И поэтому важно понимать, что любая проблема, с которой сталкивается человек, который, например, изо дня в день ходит на завод и вытачивает там какие-то детали, она несопоставима с проблемой человека, который, не знаю, управляет там компанией с миллиардными оборотами. Это совершенно другого уровня волны, совершенно другого уровня амплитуда, разные задачи и, соответственно, разный масштаб и разный уровень провалов, с которым может столкнуться человек. Поэтому первое, что нужно понять, это провалы – это нормально. И в жизни каждого человека они есть, и к ним нужно быть готовым. Второе – это чем выше вы хотите подняться, тем сильнее будьте готовы упасть. То есть тем на более глубокую глубину будьте готовы нырнуть. Это закон, это аксиома, можете принять это как есть, потому что именно так это и работает. Вам нужно стать сильнее, чтобы забраться на вершину. Для того, чтобы вам стать достаточно сильным, вам нужно пройти через серьезные препятствия, через серьезные трудности, которые вам будет посылать Вселенная. Она, кстати, это и делает именно для того, чтобы вы стали сильнее. И важно понять, что ни один человек, который добился каких-то серьезных результатов, он не миновал этот путь. Он шел именно так. Именно так прошел каждый человек. Через супер трудности, через супер боль, через какие-то невероятные препятствия. Но преодолев это, именно тогда он выходил на вершину. Так было с Майком Тайсоном, которого избивали все во дворе до 9 лет. И там была страшная история, когда даже подросток взял и оторвал голову его любимой птицы, после чего он решил заняться своим физическим здоровьем, чтобы всех избивать в ответ. И с этого началась, по сути, его карьера боксера. Тоже было со Сильвестром Сталлоне, который ночевал на полу, которому нечего было есть, и пришлось продать свою любимую собаку, потому что не было банально денег на еду. Тоже было с Мадонной, которая в свое время искала еду по помойкам. И тоже было практически с каждым человеком, который добился серьезных результатов в своей жизни. Поэтому неизбежно этот путь, он таков, и нужно быть к нему готовым. И то, что вам действительно поможет на этом пути, это понимание, что любой провал – это предвестник колоссального роста. Потому что это именно вот такая волна. Вы сначала окунаетесь вниз, потом выныриваете вверх. И поэтому всегда просто понимайте, что когда вам тяжело, когда вы находитесь внизу волны, всегда знайте, что вас ждет вверх. Что нужно просто собраться силами, преодолеть вот это препятствие, и впереди вас ждет новый скачок, новый трамплин, который вынесет вас на новый уровень. Это не говорит о том, что вы сможете теперь всегда ходить, улыбаться, смеяться и не переживать никакие трудности. Нет, трудности они будут, будет низ волны, будут переживания, будут сложные задачи, это нормально. Но вот это понимание, что это пройдет и будет верх волны, будет новый уровень, оно просто позволит вам оставаться всегда в порядке. Не без каких-либо переживаний, но вам комфортнее будет психологически от понимания, что это пройдет и будет верх волны. Поэтому, вот по сути, вот так. Будьте открыты всему, что с вами происходит, и трудностям, и препятствиям,
и низу волны, и верху волны. Потому что это жизнь, это прикольное приключение, которое наполняет нас всем спектром эмоций. Вот на этом все. Буду заканчивать. Могу вам показать такую замечательную воду берега Монте-Карло. Здесь очень красиво, очень все меня наполняет. Очень нравится мне здесь. Здесь классная энергия. Желаю вам еще заодно посещать побольше удивительных мест, которые дают вам энергию, в том числе для того, чтобы преодолевать препятствия на своем пути. На этом все. На связи был Олег Карнаух. Успехов. Пока-пока.